все, мы наконец-то на поле, кстати. Тебе большой респект за эту поляну. Атмосферно, никого нет. И самое классное, что здесь еще никто не снимал. Кроме меня. Ну, никто не видел этого, но окей. Мы ничего не меняем, сегодня у нас на воротах сетка. Жека, извини, мы с тобой выбираем рандомные точки. И по две попыточки. Да, и я предлагаю сыграть на наказание. Но наказание очень хорошее, я знаю, я придумал очень хорошую игру, тоже прям качественную. Давай, если выигрываешь ты, то что делаю я? Либо в ролике, либо в инсте выкладываю, что ребят, помните, я говорил, что Витя был этого, ну, пижоня там где-то не дорабатывает. Мне кажется, это актуальнее. Витюш, без пижонства. Если выигрываешь ты, то я выкладываю сторис с опровержением того, что ты пижон. И говоришь, что вот, даже не с опровержением, а говоришь, что, ребят, я вот, не-не, я знаю, ребят, я пересматривал матч Амкалова сейчас. Так. Честно скажу, Витя Блатов один из самых трудолюбивых и работоспособных игроков, которые я видел, как он отдается на благо команды, это вообще что-то нереальное. Не пижон, короче. Да, и типа, извиняюсь за то, что я называл его пижоном, это была моя ошибка. Все, окей, если выигрываю я, то ты выходишь на первый матч Амкала. В третьем сезоне, да. Ну, если тебя туда возьмут, вообще есть. Да, договорились, да. Ты выходишь в майке, я пижон. Я пижон, да, просто я пижон. Все, без проблем. Договорились, Игорь, давай. Да, давай. Все. Ближний 9 начнем. Начнем с ближней 9. Забываешь про наказание? Я тебе буду напоминать про наказание. Все хорошо, я о нем больше не забуду. Мне кажется, ты забыл, как бить штрафные. Это мы уже без камер, я просто в неудобных немезисах. Первый раз играю. Да, началось. Неудобные немезисы. Поле неудобное. А вот и спонсор моего видео. Там большие выигрыши, быстрые выплаты, и это самый надежный букмекер. Там множество спортивных дисциплин, а при регистрации вы получите бонус до $100 по моему промокоду. Зная Игоря, мы поставим ему под левую ногу, потому что у него левая нога мертвая совершенно, вообще мертвая. Он бьет, знаете, и как чужой, короче, как кочергой, вот так вот. Так что точка будет вот здесь. Я придумал, вот слева будешь бить, все, здорово. Тактика работает. Я вот верю только, что он низом может забить, потому что других вариантов у него нет. Если он попытается поднять, то, не знаю, там, проблемы начнутся. Первое я положу низом, да, чтобы выйти вперед. Да, чтобы один балл набрать. Второе я положу верхом, чтобы выйти еще вперед. Все, хорошо, все. Yes, отличный удар, Игорек! Ух ты, он попал, офигеть! Ребят, чудеса. Ну, вы знаете, кто-то скажет фарт, а я скажу, это скилл. Че далеко ходить? Я тебе поставлю ту же точку, как ты бил штрафной в матче Амкала. Кто не понял, именно с этой точки ты забил в матче против с подписчиков? Нет? СМИ? Я не помню, да? Я тоже не помню, честно, кто это. С этим же ударом ты попал на 4-3-3. Я буду пытаться в ближнюю 9, хотя и был вариант покатить низом два раза. Там-то я точно попаду. Я же не могу, ну, не бью по центру низом. Ну и в 9 ты тоже не бьешь. Ну да, в 9 тоже не бью. Ну ладно. Это ростер, сейчас наберу. Все, я решил на классе 2-2 отыграть. Такая точка под левым месте, вот так стенку перебрасывать. Или Мирончука. Я же помню. Ну, Игорек с ним хорошо общается, поэтому я думаю, он просто не попадет даже в створ. Но лучше бей слева, реально, у тебя лево хорошее очень. Ну чё за пи***ц? Блин, ну так нечестно, это вообще какая-то фигня. Я же видел до этого, как ты бьёшь. Ребят, он слева до этого в створ не попадал. Он берет 2 в 9 кладет. Да с какого угодно уже бей, я уже вообще пи***ц. Знаешь, мне не нравится середина челленджа. Такие моменты можно в конце все запороть, да. Ты можешь наоборот все вытащить. Ну конечно. Так и будет. Как он бьется у тебя с левой? У меня с левой все идеально залетает. Да, все хорошо. Помните, куда первый тур был? С левой. Разминочный был, да? Я тебе сейчас покажу, где был мой первый с левой. Сейчас повтор здесь будет. Просто я использовал слабое место, но тейп здесь. Я буду справа бить. Хорошо. Дам тебе фору небольшую. То есть справа ты еще фору типа даже, когда бьешь справа. Ну у меня там тейп наклеен, да? Что ты сказал еще? Да ладно, но в этот тейп это я так просто уже, конечно, пошутил. Спасибо за челлендж. Спасибо большое. У нас есть типа такая традиция. Наши гости просят количество лайков. Гурич загадывал 40, Пантера загадывал 40, значит я загадываю 50, правильно? Давай я предлагаю оставить тоже 40.
хорошо, давай, договорились, без проблем, 40 тысяч. Пользуясь случаем, мне хочется сказать большое спасибо за ту активность, которую вы нам наводите на канале. Это действительно очень круто, это очень мотивирует. Я буду продолжать снимать челленджи с игроками Амкала, приглашать других блогеров. Но также я не буду оставлять наши влоги, тем более у нас сейчас очень много мероприятий. И, как я понял, по фидбэку вам они тоже заходят. Поэтому спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на инстаграм Витя. Ну а мы продолжаем дальше делать контент для вас.